крайней, кейсы чемпионата «Дерзай мысли». Кейс-чемпионат проводится в рамках реализации городского социально-образовательного проекта «Стиль жизни творчества». Мы очень рады, что мы снова находимся в этом прекрасном месте. March 28-29 2022 на базе Центра образования номер 35 в рамках реализации городского социально-образовательного проекта «Стиль жизни творчества» прошел кейс-чемпионат «Дерзай мыслить», в котором приняли участие команды из 15 образовательных организаций города Уфы. Цель кейс-чемпионата – создание возможностей для личностного роста и профессионального самоопределения учащейся молодежи, формирование важных для личностного развития надпрофессиональных навыков, работы в команде, поиска, обработки и анализа информации, навыков публичных выступлений и эффективной презентации, логики, структурного, критического и креативного мышления, творческих способностей. Сегодня мы проводим кейс-чемпионат «Дерзай мысли». Он состоит из нескольких этапов. Первый этап – это заочный тур, где обучающимся 20 школ было предложено заочно решить интересные кейсы и прислать экспертам и жюри свои решения, в том числе видеорешения. Сегодня на чемпионате ребята попробуют уже в режиме очном порешать вот такие кейсы. Далее у ребят будет креатив-бой, где очень много интересных задач будет предложено, которые они должны решить за короткий срок. Интересным моментом сегодняшнего мероприятия станут мастер-классы по soft skills, которые команды школ подготовили заранее и сегодня представят всем желающим, дабы прокачать свои какие-то навыки. Первый день подростки в составе команд участников попробовали свои силы в решении управленческих и коммуникативных кейсов, приняли участие в креатив-бое, а также показали сверстникам подготовленные во время домашнего задания мастер-классы по развитию soft skills – мягких навыков. Во второй день кейс-чемпионата подростки участвовали в интерактивной лекции «Волонтерская площадка soft skills – социальный лифт в молодежной среде», где были рассмотрены понятия «социальный лифт», «тренды» и «форсайт-сессия». Насколько полезны вам лекции и мастер-классы, проводимые на форуме? Такие лекции обычно проводят, платно на всяких там форумах за 10 обычно обманут, но тут нам, бесплатно всему этому учат, так что очень полезно, я буду использовать это. Каковы ваши общие впечатления от форума? Словами не описать, отлично. Форсайт-сессия предполагает прогнозирование развития социальных лифтов для молодежи на срок от 5 до 10 лет, исходя из нынешних трендов и будущих возможностей. Насколько полезны ли вам лекции и мастер-классы, проводимые на форуме? Лекции были довольно полезными, интересными. Я буду некоторыми пользоваться. Исходя из полученных теоретических знаний, школьным командам-участникам было предложено в формате форсайт-сессии генерировать идеи, спрогнозировать будущее своих школьных волонтерских площадок, разобрать дорожную карту реальных творческих дел на ближайший год. Интересными и познавательными стали мастер-классы профессионалов по soft skills. «Услышать и понять», «Мое окружение», «Моя сила», «ТРИС», «Управляй временем», «Основы маркетинга», «Практики внимательности». Своим опытом с подростками в получении грантов на проект по созданию мультфильмов поделилась Калязова Екатерина, студентка третьего курса медицинского университета, руководитель проекта «Биологические мультфильмы» B-Moves. Какие у вас были ожидания от форума? Я думал, что я не выживу здесь, потому что очень много всякого, действий. Мозг не успевает отдыхать, такой, где я, кто я, зачем я. Но я это прожил, и я доволен. В следующий раз в мае будет так же весело, надеюсь. По окончании форума эксперты и члены жюри подвели итоги, а организаторы вручили победителям дипломы, призы, сертификаты, а также волонтерские книжки. В качестве ведущих и модераторов групп участников в рамках кейс-чемпионата «Дерзай мыслить» выступили молодые педагоги Центра детского творчества «Исток». Мероприятие проводилось Гражданским просветительским союзом молодежи, отделом образования администрации Ленинского района города Уфы, отделом культуры и молодежной политики администрации Ленинского района,
ОМК «Алые паруса» города Уфа, консалтинговый центр «Реинжиниринг». Проект «Стиль жизни. Творчество» реализуется на средства гранта главы администрации города Уфа. Вот подошел к концу второй телефон навигатора «Дерзай мысль». За эти два дня мы уже успели познакомиться, а возможно даже и подружиться с некоторыми ребятами, которые были на одном форуме. Я верю, что мы обязательно встретимся с этими ребятами.